богаче, богаче душа. А зрители, да, сколько пришло на нас посмотреть. Да. Ну, знаешь, что я тут надо? Здороваться. Ой, здороваться. Здравствуйте. 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 Так, ну рассказывайте, где Дед Мороз? Где Дед Мороз? Он еще не приходил? Папа Яга, вы, наверное, опоздали. Как мы могли опоздать, если он даже еще не пришел? Я к вам долго добирался, сквозь сугробы пробивался, задержался я в пути, но дорогу я нашел и на праздник вам пришел. Здравствуйте, ребята! Нравится у вас вам на праздники на нашем? Ой, дедушка, здравствуй! Здравствуй, дружок! А ты настоящий? Конечно, настоящий. Ой, настоящий. Можешь меня подумать? Не будешь. Не знаю, Дед Мороз, мы ее еще не видели. Не видели? Нет. А вы, ребята, видели? Нет. Давайте позовем все вместе дружно. Снегурочка! 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 Друзей, артистов. Я не знаю.
сосулька. Сугроб. Снегирь. Ёлка. Вьюга. Сугроб. Снегирь. Сосулька. Сугроб. Ёлка. Вьюга. Сосулька. Снегирь. Сугроб. Оп. Сосулька. Ёлка. Снегирь. Вот такие молодцы! Замечательно! Ребята, а поднимите ручки, кто любит танцевать? Все любят танцевать! Я люблю! Баба-яга! Я люблю! Иди скорее к нам сюда, будем с ребятами танцевать! Лена же артистка! Тут, а я! Покажи свое мастерство! С неба падает снежинка, дети хлопают в ладоши, тети, дяди пляшут тоже. А сугробы как большие облака, и манит спешит волнуется зимка. Самый добрый и веселый Дед Мороз, с Новым годом, выше нос, ос! Пусть все 12 месяцев елка огнями светится, падает снежок и метель идет. Спасибо, мама. А кто еще будет? Ой, дружок, давай стоим. Мне однажды летом приснился Новый год. Yeah.
Бабьяга выдала волшебную говорилку. Все педагоги, выходите сюда. Значит, дети. Тима. Тим. Нет, все сели на свои места. Сидим, сидим, тихо, тихо. Внимательно. Вы всех своих педагогов знаете? Да. Точно? Не перепутаете Альберта Музафаровича с Ириной Витальевной? Нет. Нет. А Ольгу Леонидовну с Татьяной Ивановной? Нет. Сейчас мы это и проверим. Вот сейчас Дед Мороз поможет и Снегурочка, и щенок, и даже наш кот Черныш, который стал хороший-прихороший, и Баба Яга, и все помогут нам раздать подарки. Альберт Музафарович, сядьте на пенек. Вот туда сейчас подойдут дети, кто занимается Альбертом Музафаровичем. А Ирина Витальевна... На второй пенек. Вот снегири птички у нас здесь. Вот и села Ирина Витальевна на пенек. И раздает. Я же сказала, Ирина Витальевна, Альберт Музафарович, не перепутайте. Так оно и случилось. Так, и вот такая красивая елочка. И сюда идут все детки Ольги Леонидовны. А все дети, которые занимаются у Татьяны Ивановны. Новый год, Новый год, здравствуйте, спасибо.